Всем привет, продолжаем дальше выполнять задание. Сегодня у нас часть третья, пираты кровавого паруса. Нажимаем это на задание принять. И как бы всегда, журнал задания. И что нам нужно сделать? Сообщить о запланированном нападении кровавого паруса командиру флота морскому рогу. Хорошо, показать на карте. Он где-то рядом. Так, можно немного себе карту вот так плюсик нажать и посмотреть, где он там. Это вот рядом. Так. Значит, он сверху. Ладно, идем наверх. Это где-то в таверне наверху. Так, 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 так. Тут тоже никого. Угу. Значит, на другой стороне. А, вот этот рог. Как там, командир флота морского рога. Вот он. Доброй охоты. Подходим к нему. Нажимаем на задание. И нажимаем завершить. У нас задание завершилось. После этого у нас откроется четвертая часть, открылась уже, когда мы закончили это. Вот и все. Думаю, и вы справитесь с этим заданием.